Добрый вечер. Вы смотрите новости на 31-м канале. В студии Аскар Мендыбаев. И вот коротко о событиях, которые произошли сегодня. Международная безопасность. Как ее сохранить? Какие угрозы сегодня стоят перед всем миром? Какие важные тезисы прозвучали от лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана? Папа Римский Франциск провел католическую мессу на территории выставочного комплекса «Экспо». Кто присутствовал на богослужении и о чем говорил понтифик? Скидочные сертификаты за утилизацию автомобилей. Мы с январем месяца все двери стучим. Когда вновь запустят систему? Ранее такие карты выдавал оператор РОП. Каковы условия на этот раз? Уроки в гостиницах и кафе. Почему ученики в Костанайской области вынуждены заниматься вне школ? Просто идет учебный процесс. Есть ли условия для питания и отдыха? И понесут ли ответственность те, кто допустил подобное? Сегодня в Нур-Султане во Дворце независимости прошел съезд лидеров мировых и традиционных религий. Вместе они собрались для обсуждения актуальных и глобальных тем, таких как изменение климата, ситуацию с пандемией, которая стала настоящим испытанием в планетарном масштабе, и геополитическую безопасность в условиях международной напряженности. Динара Нургалиева готова сообщить подробности. Здравствуй, Динара. С чего началась эта историческая встреча? Добрый вечер, Оскар. Торжественное открытие международного форума началось с безмолвной символической минуты. Безусловно, это исторический момент. Мы наблюдали, как представители разных конфессий молились, чтобы положить конец конфликтам и войнам в мире. За круглым столом под куполом Дворца независимости собралось свыше 100 делегаций из 50 стран мира. Аккредитовано около 200 иностранных журналистов. Было задействовано больше 500 волонтеров. Город Нур-Султан, самый центр Азии, стал местом, где на протяжении 18 лет представителями духовенства поднимаются вопросы в глобальном, планетарном масштабе, отметил глава государства. Пандемия коронавируса сильно повлияла на все сферы жизни. Обострилось геополитическое противостояние между крупными державами. Президент Казахстана полагает, что консолидация усилий и диалог духовных лидеров могут показать человечеству выход из современной конфронтации. Глава государства представил для обсуждения ряд тезисов, направленных на переосмысление роли религии и духовных лидеров в глобальных процессах. Нам нужна кардинальная модернизация теоретических концепций и практических подходов в культуре, политике, экономике и обществе. Чтобы возродить подлинный дух и смысл существования цивилизации, необходимы масштабные реформы во всех сферах жизни. Выступая на съезде, Папа Римский Франциск процитировал слова казахского поэта Абая. В основе мира лежит любовь и справедливость. Понтифик призвал вкладываться в образование, а не в оружие. Вчера я заимствовал образ Домбры. Сегодня с музыкальным инструментом я хотел бы связать голос Абая. Знаменитый поэт этой земли напоминает, что начало человечности – любовь и справедливость. Ни в коем случае нельзя оправдывать насилие. Прошу вас, давайте будем вкладывать в образование, а не в оружие. Именно вера призвана вернуть мир к нормальной жизни, отметил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. По словам экспертов, добрым жестом отметился главный ашкеназский раввин Давид Лал. Он пожал руку верховного исламского богослова шейха Мухаммада Ахмад Ат-Таиба. Оскар? Динара, можно ли назвать работу съезда продуктивной? Все верно, Оскар. Сегодня, помимо подписания официальных документов, стало известно, что в столице появится новый парк, который будет символизировать единство между разными конфессиями и национальностями. Ну а важным итогом этого мероприятия должно стать изменение мышления всего человечества. Оскар? Спасибо, Динара. И сегодня же Папа Римский Франциск провел в столице Казахстана святую мессу.
Торжественная церемония состоялась на территории экспопарка. Перед специальной сценой расставили стулья. Зоны для прихожан разделили на части. Организаторы предусмотрели 12 бесплатных парковок и даже запустили специальные маршрутные автобусы. Вместе участвовало более 10 тысяч человек. Большая часть паломники из Центральной Азии. Давайте посмотрим, как это было. Deus, que unigenito un tu, ad nos ad vitam eterna. Deus, per omnia secula seculorum. Чтобы умереть нам жив. Слово Господне. Слава Богу, Сына Своего. Per farlo dubitare di Dio. Prende. Амалия. Господь с вами. Масштабные события проходят в столице Казахстана. И вернемся к теме съезда лидеров мировых и традиционных религий. Зачем проводят такие встречи? Способны ли они что-то изменить? Поговорим об этом с доктором политических наук, профессором Ермухаметом Ертызбаевым. Добрый вечер, Ермухамет Кабединович. Для чего проводят съезд лидеров мировых религий? Ну, мне кажется, лучше проводить съезды мировых религий, чем проводить их вообще. Это во-первых. Во-вторых, эта практика впервые получила свою, можно сказать, политическую, общественную, духовную, эмоциональную, религиозную, какую угодно. Находку именно в Казахстане, мы гордимся этим. Вот, президент Токаев продолжает многие лучшие традиции 30-летнего пройденного исторического пути. Ну, представьте себе ситуацию. Сейчас назревает война, чуть ли не вспыхнула между Арменией и Азербайджаном. Это кошмар полный. Уже в ОДКБ Армения обратилась. И представьте себе такую ситуацию, на съезд мировых религий приедет глава армянской григорианской церкви и глава мусульман Азербайджана, там же 85% мусульман в Азербайджане, они шииты, и около 15% сунниты. Вот, и они сядутся за круглый стол, и это уже было неоднократно именно в Астане, когда происходили съезды мировых религий. Вот, это получило высокую оценку международного сообщества мирового и Организации Объединенных Наций, и ОБСЕ. То есть вера, она как таковая, она никогда не исчезнет. И с этой точки зрения, съезды мировых религий, если они смогут внести вклад в дело мира, стабильности, процветания, миротворчества, я думаю, это очень полезное, важное и нужное дело. Касым-Жомарт Токаев на съезде обратил внимание на то, что санкции и использование силы никогда не приведут к решению проблем. Почему сейчас страны все чаще не могут решить вопросы в диалоге и прибегают к агрессивным методам? О, вы знаете, вы сейчас задали такой вопрос глобального плана. Здесь одним-двумя тезисами не обойдешься. Вот. Я как историк могу сказать, вот эти вот войны, да, которые были мировые, да, они всегда начинались с какой-то специальной военной операции. Ну, образно говоря, в данном случае. Вот. Накопилось очень много сильных противоречий. Равнодушие – это душевная подлость. Надо просто действовать. И в этом плане проведение съезда мировых религий – очередная инициатива Казахстана и нашего президента. Вот как раз в этом ряду хороший выбор. Спасибо вам. Мы говорили с государственным, политическим и общественным деятелем Республики Казахстан Ермухаметом Ертызбаевым. В
Встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином провел сегодня Касымжомарт Токаев. Глава государства поблагодарил председателя КНР за то, что он прибыл в Казахстан, ведь это первая зарубежная поездка Си Цзиньпина после начала пандемии. В этом году дипломатическим отношениям между Казахстаном и Китаем исполнилось 30 лет. По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление по этому случаю. За 30 лет страны установили прочные межгосударственные связи. Сегодня Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что всестороннее стратегическое партнерство, заявленное в 2019 году, вышло на заданную траекторию. Си Цзиньпин заявил, что высоко ценит уровень казахско-китайских отношений. По его словам, Китай поддерживает Казахстан в региональных и международных вопросах, а также в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности. Председатель КНР рассказал, что Китай будет выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Казахстана. Казахстанские миротворцы не поедут в зону вооруженного конфликта в Армении. Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберды заверил, что вопрос так не стоит. Такое решение было принято после внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое состоялось накануне. Граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована, поэтому говорить о ее нарушении пока сложно, подчеркнул Тлеуберды. Главная задача, считают в МИД, возобновить работу комиссии по делимитации и демаркации Азербайджана-армянской границы. Казахстан готов предложить помощь и поделиться опытом. Наша страна уже устанавливала границу по всему периметру сухопутных и морских рубежей. На данный момент завершена демаркация казахстанских границ со всеми соседними странами, кроме России. Окончательное обозначение казахстанско-российских рубежей может занять еще 2-3 года, рассказал Тлеуберды. Напомним, очередное обострение на границе Азербайджана и Армении началось в ночь на 13 сентября. Премьер Армении Никол Пашинян сообщал о гибели 49 армянских военных. Баку, в свою очередь, обвиняет Ереван в провокациях вооруженных сил на границе. Норму о 7-летнем мандате президента признали законной. Конституционный совет заключил, что инициатива не нарушает основной закон страны и не ведет к монополизации государственной власти. Вердикт совета опубликовало сегодня издание «Казахстанская правда». Предложение ввести один 7-летний президентский срок вместо 2-5-летних Касым-Жомарт Токаев озвучил в послании народу. Это позволит применить норму об однократном сроке ко всем лицам, которые будут избираться на высший государственный пост, сказано в заключении Конституционного совета. Этой осенью казахстанцы наконец смогут воспользоваться скидочными сертификатами, которые ранее получили от оператора РОП. В Жасалдаму, которому перешли функции ликвидированного РОП, заявили, что до конца сентября планируют выплатить автосалонам расходы по предоставлению скидки автолюбителям. Напомним, проблемы начались еще в январе, тогда казахстанцы сдали старое авто на утиль, получили сертификаты, но автосалоны их отказались принимать. Анастасия Новикова с подробностями. Летом прошлого года Арман Оралбаев сдал в утиль в Шымкенте 2 сельхозмашины. За старые комбайны мужчина получил скидочные сертификаты на 4 миллиона тенге. Говорит, на эти средства хотел приобрести себе машину, но воспользоваться не смог. В автосалоне их не приняли, а оператор РОП, который отвечал за выдачу скидочных сертификатов, и вовсе закрылся. Мы с января месяца все двери стучим, звоним во все станции. Никакого ответа. Мы ушли в минус. Мы в том году, в котором машины стоили, допустим, 5 миллионов, они сейчас стоят 7 миллионов, те же машины же, на 2 миллиона подорожали. Практически мы уже все тут на 40% все потеряли. Оператора РОП лишили права собирать деньги за утильсбор в начале года. Тогда автосалоны и перестали принимать скидочные сертификаты. Полномочия ликвидированного оператора РОП затем передали в акционерное общество «Жасалдаму». Но проблема не решилась. Водители жалуются, они ежедневно теряют свои деньги. Некоторые привезли свои авто из отдаленных районов Туркестанской области. Отдали большие деньги за транспортировку. А теперь машины на утилизацию не принимают и сертификаты не выдают. А деньги за стоянку берут. Надыржан Хасантаев за 9 месяцев простоя своих авто уже отдал больше 300 тысяч тенге. Я в минус ушел. Я сдал 2 легковых автомобиля и хотел взять деньгами.
Получилось бы чуть больше 400 тысяч тенге, но машины не принимают. Мы надеялись, что их начнут принимать, поэтому обратно не увозили их, но ничего с мертвой точки не сдвинулось. По словам представителей Жасыл-Даму, сейчас в воздухе повисли 318 неиспользованных сертификатов по всему Казахстану на общую сумму 393,5 миллиона тенге. Говорят, уже почти полностью приняли на себя обязательства оператора РОП, чтобы возместить скидочные сертификаты и денежные компенсации, и обещают решить вопрос до конца сентября. Жасыл-Даму подписывает дополнительные соглашения с производителями автомобилей и сельскохозяйственной техники. К концу сентября этого года планируется выплатить производителям расходы по предоставлению скидки при предъявлении скидочных сертификатов, ранее выданных операторам РОП, и денежных компенсаций. Также проводится работа по продлению срока действия скидочных сертификатов, выданных с 19 января прошлого года. По старым правилам, приобрести авто на них нужно было успеть в течение одного года. Неизвестно, будет ли система скидочных сертификатов и денежных компенсаций после сентября вообще работать. В Жасыл-Даму говорят, что решение еще не принято. Анастасия Новикова, Дурна Абдиев, Абзал Турабеков, Информбюро Шымкент. Новости Информбюро в эфире. Мы продолжаем вещание. Школьники Кустанайской области учатся в кафе, гостиницах и акиматах. Получать знания в таких условиях дети вынуждены из-за затянувшегося ремонта в школах. Эти и другие нарушения были выявлены во время мониторинга готовности к учебному году. Сколько учеников сели за парты не в стенах учебных заведений и почему так вышло, расскажет наш корреспондент. В Щербаковской средней школе вместо учеников – строители. По договору капитальный ремонт здесь должны закончить в ноябре. Поэтому дети учатся в акимате, в здании фельдшерского акушерского пункта и детского сада. А до общественного резонанса один класс учился в местном кафе. Но это кафе не работающее, оно не действующее. Его просто сдавали иногда, ну, для каких-то мероприятий. Дети там занимались, но так как пошел резонанс, скажем так, что здание кафе, всех это не всем же объяснишь, что там не ходят люди, что там просто идет учебный процесс. Это мы уплотнились и закрыли. Все учреждения, где учатся дети, оснащены санузлом, а в фельдшерско-акушерском пункте вообще отдельный вход для учеников. Сами же родители не против, чтобы их дети обучались пока в таких условиях. Ради такого ремонта, говорят, готовы и потерпеть. Главное, чтобы все это было построено качественно, чтобы не торопили. Вот поэтому, говорю, мы, родители, настроены, что подождем. Погода, как говорится, еще позволяет. Детки наши бегают. Всего в Костанайской области до сих пор продолжаются строительные работы в 7 школах. В 2 сроки завершения работ под угрозой срыва. Учащиеся школ, где продолжаются строительные работы, располагаются в зданиях местных акиматов, домов культуры, гостиниц, детских садов и кафе. Все здания, конечно же, по возможности приспособили под организацию учебного процесса, но вместе с тем в большинстве случаев отсутствуют условия для организации питания школьников, санитарные узлы наружные, не везде рабочая система отопления. В управлении образования же сообщили, что приняты все необходимые меры по недопущению срыва учебного процесса. Для обучения созданы все условия на базе других организаций и опровергли информацию о том, что дети учились в гостинице, а факт обучения в кафе был лишь один. Все работы ведутся в срок по договору. Согласно ПСД, выполнение работ занимает порядка 5-6 месяцев. Соответственно, 1 сентября они физически не успевают выполнить эти работы. Завершить в кратчайшие сроки строительство в школах, которые по полвека не видели ремонта, просто невозможно, отмечают специалисты. Полина Булава, Нина Шапо, Елена Досова, Информбюро, Костанайская область. Стройка небывалого размаха развернулась в селе Ауилия-Коль Костанайской области. Спустя неделю после пожара там уже возводят стены домов для погорельцев. Уложатся ли подрядчики в 2,5 месяца? И о чем рассказывают строители, приехавшие со всего Казахстана? Все подробности у Нины Шапо. Газиз Казикенов приехал в Ауилия-Коль из столицы. Строительная фирма, в которой он работает, возводит дома для сельчан, оставшихся без крова из-за лесного пожара. Мужчина сейчас занимается гидроизоляцией фундамента. Строитель говорит, что приехал не столько денег заработать, сколько внести свою лепту в благое дело. Конечно, безусловно, есть причастие. Захотелось помочь людям, оказавшимся в такой ситуации сложной. И тоже застрахован от этого. И как бы сердце ёкнуло, решил приехать помочь с ребятами.
91 дом построят в кратчайшие сроки. При въезде в районный центр строительно-монтажными работами здесь занимаются 13 подрядных организаций. Строительство домов в селе Ауликоль для погорельцев движется ударными темпами. По нашим скромным подсчетам, сейчас на площадке работает около 30 строительных кранов. Фундамент под дома уже залили и приступают к возведению стен. За 2 месяца здесь должен вырасти целый микрорайон. Дома площадью 100 квадратных метров разместят на 10 сотках земли. Стройматериалы поступают сюда круглосуточно. Обыкострой строит 14 домов. Получается, из 14 домов у нас все котлованы готовы, блок-монтаж замонтирован. Сейчас мы начинаем заливать уже под пол монолитный. Получается, стадия у нас под пол уже 3 дома вяжем. Завтра будем заливать бетон. Строители из разных уголков страны объединяют сейчас общее благое дело – качественно построить дома до прихода зимы. По планам, новоселы смогут заселиться сюда в ноябре. Нина Шаппо, Елена Досова, Информбюро, Костанайская область. Сборная Казахстана по теннису уступила в стартовом матче командного чемпионата мира Кубок Дэвиса 2022. Казахстанцы проводят свои матчи в шотландском Глазго. Первой соперницей была сборная Нидерландов. Во всех 3 матчах пришлось играть максимальные 3 сета. Я люблю свою страну, я играю свою страну. То, что соперники, болельщики поддерживают меня как и на стадионе здесь, так и дома в Казахстане. Только за счет вот этой любви, веры, поддержки болельщиков, поддержки команды мне удается возвращаться в такие матчи. Для Михаила Кукушкина противостояние с Нидерландами особенное. Уже 30-е в карьере за сборную. Но скидку юбиляру соперник давать не собирался. Стартовый сет был проигран 1-6. Однако затем уже опыт и характер казахстанцев взяли верх. Во 2-й партии наш ветеран выиграл 6-3. Но в решающем сете Михаил все же уступил. Далее на корт вышел лидер нашей сборной Александр Бублик. Взяв достаточно уверенно 1-ю партию, затем в 2 последующих казахстанец проиграл. В заключительном матче к Бублику присоединился Александр Недовесов. И они сыграли с соперниками парный матч. Ребята спасли общую ситуацию и, победив, принесли сборной очень важное турнирное очко. Знаете, как бывает, что выиграли это 1 очко, а потом из-за этого 1 очка можно пройти в четвертьфинал. Поэтому в любом случае, где-то в середине матча я понял, что очко-то может и потом помочь. Я об этом сказал Саше и начал более сконцентрированно играть. В Шымкенте прошел масштабный марафон. Он собрал спортсменов со всего Казахстана, а также Узбекистана и Кыргызстана. На старт в этом году вышли 5000 атлетов. Причем не только отдельные бегуны, но и целые команды. Приняли участие и представители компании Herbalife Nutrition. На старт в марафоне вышли самые активные и спортивные сотрудники и независимые партнеры компании Herbalife Nutrition, мирового эксперта в области сбалансированного питания. Компания активно продвигает здоровый образ жизни, в том числе участвуя во всех крупномасштабных забегах Казахстана. Начинать подготовку к марафону нужно минимум за 2-3 месяца до начала события. Готовиться можно самостоятельно, но команда единомышленников и наставников – это всегда хороший выбор. Это не первый забег для сотрудников и независимых партнеров компании. Марафоны в разных городах страны пробежали больше 1200 представителей Herbalife Nutrition. Их главная цель – пропаганда здорового образа жизни. Независимые партнеры компании организуют клубы ЗОЖ в своих городах, чтобы как можно больше людей приобщились к сбалансированному питанию и физической активности. Как показывает практика, в группе единомышленников это сделать значительно легче. Для нас участие в марафоне – это не только яркое, но и знаковое событие. В этом году компания Herbalife Nutrition отмечает свой 10-летний юбилей в Казахстане. Хотелось бы отметить, что компания Herbalife Nutrition участвует во многих марафонах и забегах. Для нас это очень важно, так как выполняет главную ценность нашего бренда – улучшение качества жизни людей. Этой осенью предстоит еще много забегов. Если вы еще не решились стать их участником, приходите как зрители. Праздничная и шумная атмосфера таких спортивных мероприятий покоряет с первых минут. И это дает дополнительный стимул для тех, кто еще раздумывает стать на путь здорового образа жизни. А атмосфера таких мероприятий никого не оставит равнодушным.